Привет на канале Джулия Кекс, и это видео «Что в моем iPhone». Да, я понимаю то, что эта тема уже очень устарелая, но мне все же очень хотелось снять такое видео. И поехали! А также хотела извиниться за то, что очень давно не было видео, просто первый триместр, ну а также я сейчас затягиваю в начале видео, как я это очень люблю. Так что поехали! Так, и что ж, вот так выглядит моя страничка, она у меня единственная, ну, несмотря вот на эту, если не считать. На первой страничке у меня находятся основные приложения, это календарь, фото, камера, почта, часы, заметки, настройки, диктофон, App Store, здоровье и калькулятор. Это основные приложения, которые здесь были скачаны, и я ими пользуюсь. Также есть папочка дополнения, это приложения, которые были скачаны на сам iPhone, уже установлены, но я ими не пользуюсь, они мне не нужны. Дальше моя папочка, которую я создала, это соцсети. Есть WhatsApp, Viber, Instagram. Это мой Instagram, мой ник и ник нашего с вами аккаунта группы. Так сказать, есть в описании под видео. Так что заходите, смотрите, ищите и подписывайтесь. Всех принимаю, аккаунт не закрыт. Также у меня есть ВК, тоже есть ссылочка на него в описании. Так выглядит моя страничка. Вот. А далее мой ТикТок. Если сейчас зайду в ТикТок, это будет очень долго. Так что, если вы хотите посмотреть мои видео, то заходите, смотрите мой ник в описании. Также у меня YouTube и 2GIS. Дальше папочка фото. Здесь моя творческая студия YouTube. Что за громкость? Ладно. Творческая студия. У нас уже 46 подписчиков. Я этому... так сказать, не рада, потому что это достаточно маленькое количество, как для вас, но для меня это очень большое количество, и я очень даже рада. Дальше InShot, в котором я монтирую видео, VideoStar монтирую видео в TikTok, и iMovie, где я тоже монтирую видео, но очень редко. Дальше третья папочка, это папочка учеба. Здесь у меня находится Wattpad, это приложение для чтения книг, всяких разных, любых вообще. Очень удобно читать с ним в офлайн. Просто загружаете эту книгу бесплатно, в библиотеку ее сохраняете и читаете, когда вам хочется. Photomaps помогает мне решать примеры. И Lector, это приложение с учебником. У нас есть один учебник. Вот, там вот загруженный. И мы по нему занимаемся. И последняя папочка, это папочка игры. Здесь находится игра Romance Club. Не знаю, правильно прочитала или нет. Очень интересная игра, такая приключенческая. Мне она очень нравится, так как можно выбирать сам себе сюжет, самим его создавать. Очень интересно. Дальше очень знаменитая игра и известная Looper. Не знаю, правильно прочитала или нет. Я в нее просто зависаю. Это просто идеальная игра на данный момент у меня. Сейчас покажу, как в нее играть. Это все происходит как-то вот так. Просто офигенное. Вот, и также такая страничка, тут неизбранная, погода, сейчас стиги минус 4 со снегом, приложение Siri, популярное в Google, в WhatsApp, экранное время. Да, я использую экранное время. И на нижней строчке у меня телефон, сообщения, контакты и Google, потому что я не использую Safari, я использую Google. Всем спасибо! Ребят, также я вам советую подписаться на девочку Иру. На ее канал в Ира. Ссылочка на ее канал в описании. Это очень крутой канал. Я ему очень советую подписаться. Это очень крутая девочка. Вот. А также я хотела, чтобы вы ответили на мой опросик. Пишите ответы в комментариях. Снять ли мне влог? Или неделю влогов? Ну, пишите, что лучше. И вообще, снять это или нет. И пишите идеи, которые вы хотите снять. Чтоб я сняла.